Всем привет, ребята! С вами снова я, Зайка Вера. И сегодня мы будем с вами лепить кролика из мультфильма Винни-Пух и все-все-все. Давайте же скорее посмотрим, что у меня получится. Обязательно подпишемся, поставим палец вверх, то есть лайк. Давайте же скорее приступать. Слепим голову, туловище и штанишки. Также нам понадобится парочка зубочисток. Подготовим детали для лап, уши, глаза и еще несколько деталей, о которых расскажу чуть позже. Итак, нашу лепку, пожалуй, начнем с головы. Нам понадобится такой вот желтовато-бежевый цвет. Я, например, вот взяла бежевый пластилин и смешала его с желтым. Потом у меня тут вот даже есть некие прожилки. Так, шарик у нас получился. Теперь нам нужно наметить, так как кролик у нас в очках, собственно, вот эти вот сами очки. Посерединке нам нужно с вами сделать дужку очков. Такими небольшими крючками по бокам. Как, конечно, они у кролика держатся, непонятно, потому что обычно очки у нас же, да, за ушки цепляются. Но у кролика ушки на макушке, но это вот такой вот его феномен. Очки как-то так сами собой держатся. Но дужки у них все-таки присутствуют. Вот такие вот по бокам. И мы их, собственно, также и изобразим. Так. Вот ушли они на бок. Сами глазки белые. Мы их прикрепляем. И вот посерединке у нас получается вот такая вот дуга над носиком. И, конечно же, дуги ушли на ушки. Так. В процессе можно немножечко корректировать, посмотреть, правильно ли мы с вами сделали. Если нет, сделать покороче, а то уж слишком у меня какие-то широкие получились дужки. Ну вот так, думаю, будет получше. Теперь нам нужно вот у него от носика тоже идет такая вот дуга вниз, полосочка, где у него будет ротик, расхождение на вот так вот на ротик. Поэтому она идет прямо, а потом бац и уходит в бок. Лишнее уберем. На другую сторону нам также понадобится немножечко черного. Вот такая вот у нас с вами сегодня практически ювелирная работа с такими тоненькими жгутиками. Но же вот такого вот сложного кролика автор изобразил в этом замечательном мультфильме про Винни-Пуха, который всегда любил чем-нибудь подкрепиться. Так, теперь шарик нос. Шарики сами глазки. Ну вот
вот уже нечто умное у нас с вами получилось. И соберем ему так уши. Вот такие вот пластиночки. В центре вот тут вот должно быть немножечко розового. Все как у нашего персонажа. Такие уши. Теперь их закрепляем на макушку. Ну вот, голова кролика у нас практически готова. Нам нужно будет с вами немножечко сюда добавить белого для зубок. Я сделаю это попозже, так как пока забыла про них. Теперь к туловищу. Туловище у нас красное. Он ходит в таком свитерочке. Вот. Вот это вот сплюснутый шарик, это горлышко свитера. Мы просто вот поверх самого туловища закрепляем. И нам нужно с вами сделать тоненькую вот такую вот шейку, на которой будет вот такая вот большая тяжелая голова. Для этого нам с вами понадобится немножечко зубочисток. Думаю, парочки нам хватит. Нам нужно совсем немножечко зубочистки отделить. Вот такая вот небольшая часть у меня получилась. Вот. Теперь мы ее возьмем и вот так вот посерединочке в наш свитерок. Опа! И все это дело обернем бежевым пластилином, который будет нашей шейкой. Шейкой для нашего зайчика, потому что, ну как, зайчик будет, вот у него голова будет крепиться сама по себе на такую тоненькую шейку. Поделка же не удержится, а так удержится. Так, внизу у нас идут синие штанишки, шарики для отворота брючек. Штанишки у кролика подвернуты. И нам также понадобятся две небольшие зубочистки, потому что у нас будут крепиться вот такие вот длинные ножки. Я их думаю, что немножко укорочу, уж слишком они у меня длинные получились. Такие вот напоминают ноту. Вот. Сейчас сделаем еще парочку зубочисток. Две получившиеся зубочистки нам понадобятся для самих ножек. Поместить их внутрь штанишек. Я попробовала сначала вставить зубочистки, а потом прикрепить шарики и поняла, что это плохая идея. Сначала мы с вами прикрепляем наши шарики от ворота штанишек, а потом уже будем с вами, ну, собственно, сами зубочисточки вставлять, потому что иначе ничего путного не получается. Вот. И теперь видите, как хорошо все выходит. Теперь нужно будет наметить длину ножек. Нормально это или много? Кажется, что длинноваты. Там мы немножечко убираем. И помещаем нашу ножку как чулочек.
Какая вот, ребятки, ювелирная работа. Очень уж такой вот непростой у нас персонаж. Но если долго мучиться, что-нибудь непременно получится. Так, наши ножки должны быть близко друг к другу. Вот так вот они сложены друг с дружкой. Вот таким образом он стоит на них. Теперь само туловище прикрепим. Вот. Теперь нам нужно с вами сделать ему такие вот ручки с рукавами. Вот смотрите, я сами ручки сделала. И нужно вот до сих обернуть их красным. Сейчас я этим и займусь. Итак, продолжаем сборку. Рукавчиками я лапушку обернула. Нам ее нужно с вами прикрепить. А потом мы подумаем, каким образом, какую позу для героя мы сделаем. Помните его фразу, когда Винни-Пух застрял у него в проходе из домика, не мог выбраться из-за того, что объелся. А кролик сказал: это все потому, что кто-то слишком много ест. Потому что Винни перед этим намекал, что у кого-то слишком узкие двери. Кролик был интеллигентом, не стал говорить в лоб, а вот так вот просто намекнул, что кто-то слишком много ест. И нужно садиться на диету. Как только он произнес, что нужно посидеть будет недельку, Винни-Пух взвыл и выбрался все-таки пораньше. Вот оно, как хочется лопать и лопать. Ну вот, возвращаясь к голове, нам нужно небольшой шарик белого пластилина прикрепить до зубы. И сделать такое небольшое разделение на зубки. Ну вот, зубки на месте, шейка тоже. И мы прикрепляем эту сложную голову. Надо было немножко зубочистку подлиннее, и тогда голова бы держалась получше. Итак, одну лапку мы с вами сделаем вверх, а другую вот так вниз. Таким образом он говорит: это все потому, что кто-то слишком много ест. Моя самая любимая фраза из этого мультфильма. Не объедайтесь, особенно на ночь. Вот, я его таки и сделала. Стоит весь тут такой красивый и учит нас не объедаться. Эка ты умник. А вообще он, конечно же, прав. Если ты такой, что не проходишь в двери, то надо задуматься. Всем пока-пока и до новых встреч.